Ну что, всем привет снова, с вами я, Забавитр, мы сейчас играем Steel Wake City, продолжаем прохождение. Нам нужно пересечь понтон и добраться до опоры Би. Еще поехали. Поехали добираться до опоры Би. Ау, пиздец, тут жутко, конечно. Да. А, ну что поделаешь? Что поделаешь? А как? О, блядь. Как? По воде нужно получить? Ну ладно. Что за хуйня? А, его начинает рубать, понятно. Господи, да как они сюда вообще попали? О, еще трупы. Ой, вода поднимается. Нет, черт побери, бля. О май гад. Давай быстрее, нужно плыть. Чтобы сделать длинный рывок вперед, нажмите. Да в смысле? А он не делает большой рывок вперед. Ты че? Нифига. Походу ездить. Умру. Удерживайте это и пробел. Да нифига он не делает. Ух, ну ладно. Доплыли. Так, нам сюда. Сюда, да. Вот с каким там маслом, блин. Ну да, это же буровая установка. В принципе, да. Так, опасная угроза взрыва, твою мать. Курение строго запрещено. В случае прорыва буровой штанги необходима эвакуация из-за затопления горючего. О, оно еще и взорваться сможет, оказывается. Угу. Хотя, ну, это как бы логично, наверное. Здесь все же нефть добывают. О, бедолага. Он там? Застрял, офигеть. Жестковато, конечно. Так, нам... О, не, я туда не хочу, бля. Я тоже туда не хочу. Может, сюда все же? Ух, хорошо. Такс, как его использовать? Внимание, опасно для жизни. Створ должен быть поднят до начала техобслуживания. Рычаг необходимо опустить до конца. Внимание, находиться в этой области при опущенном створе смертельно опасно. Угу. А слушай, а там можно было... Можно было сразу прыгнуть? Прыгнуть, точнее. Ну что, погнали? Так, створ поднят. О, сейчас нам нужно будет аккуратно, походу. Ай, блядь. Не видно. Ага. Сюда нам. О, черт. По идее, здесь никаких монстров не должно оказаться. Ёбаный. This is problem. This is problem. Не? Я не могу открыть. Да ёлы-палы.
Вода поднимается. А куда мне тогда? Может, эту открыть нужно? Нет, они не открываются. Чё, куда мне тогда нужно? Чё, не понял. Да я ничего не вижу. Куда там нужно было, ёб твою мать? Уже было по-быстрому побежать открыть эти двери, что ли? В чем прикол? Бля. Как не открывается, блядь. Не открыть его. А, может, в трубу? А, вон. Смотри, блядь. А чё я его сразу не заметил? Тебе пиздец. Пиздец, я сразу не заметил. Удерживайте, да? Ага. Черт подери, пронесло. Ну, слушай, по идее, не должно здесь быть никаких монстров. Ну, типа, а где им здесь взяться? Здесь гермозаторы какие-то там. Туда-сюда. Людей практически не было, и сюда зараза не добралась это. Поэтому, я думаю... Здесь ничего такого не должно быть. Похоже, он и со второй опорой разобрался. Заперто, бля. Угу. А что нам теперь делать? Вниз? Бля, тут же ни черта не видно. Походу, куда-то плыть нужно. Ну да. Ну да, вот сюда. Ой, блин. Господи, ёбаная нефть. Как тут орёт? Что? Что-то стрёмно орёт, если честно. О, ебать. Да не, все же она сюда добралась. Ау. Мэри. О'Коннор, ты где? Это ты? Убирайся. Господи. Черт возьми. Мэри, что с тобой стряслось? Можешь сходить за Мэри? Можешь? Ты же меня слышишь, да? Понимаешь? Срань господня. Мне жаль. Я тебе уже не помогу, прости. Бля, я надеюсь, он его не заразил какой-то хренью. I'm gonna get the fuck
Я когда-нибудь отсюда уже выберусь, блядь. Экс. Нам сюда. Угу. Здесь все то же самое. Сначала вытянуть. Наконец-то пора заканчивать с этой хуйней. Ух, сука. Ух, сюка, 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 сюка. Так, включаем. Вроде бы все, да? Получилось, как вжух и готово. Неплохо, а? Не говорю, гоп. Забирайся на опору, там не встретимся. Спасибо за помощь. Без тебя все бы накрылось, зуб даю. Ага, ну радоваться пока рано. Так, это идти нам сюда, что ли, нужно? Ой, лучше здесь реально не курить, потому что будет очень плохо. А здесь еще огонь горит. Это тоже плохо. Чисто только... Да хотя она, мне кажется, уже закрылась бы. Ёбнула. О май гад. Да, точно вниз? А, это... Подожди. Спускается. Ничего, красивенько, блин. Это нам сейчас через вот это все нужно будет проехать на лифте, блин. Это жесть. Мне кажется, это смерть. Мы там немножко всего лишь подошли к этому, нас током ёбнуло. А что здесь будет? Я немножко догадываюсь, но мне кажется, вряд ли такое будет. Вот это да. Жестко, в общем. Я думаю, это все уже должно близиться к финалу. Жилой корпус, вход. Это все должно уже финал. Как же я заебал этот холод, ух. Ух. Ух, отогрейтесь. Хорошо. Исследовать. Лодочники из сборника 12 стихотворений с побережья Крейга Генри Кэмпбелла. Причем ключу под гулкий чаек, крик. Все вместе мы выходим в море. Скоро на горизонте суши мрачный лик. Мелькает это... Огоньками скорбный гор. Старушка Бейра держит наш штурвал. Под мачтами скулит холодный ветер. Мы молимся, чтобы шторм нас миновал. Болтаем тихо обо всем на свете. А поутру ее стремится взгляд за горизонт, покрытый облаками. Ее мужчины беспокойно спят под одеялом, словно под камнями. А работы тут отнюдь не высший сорт, семейство лишь... Собрать бы воедино, но снова заступаем мы на борт, и снова пробуждается пучина. Окей. Давайте отогреемся. Господи, нам отсюда... Надо отсюда съебывать. Надо вернуться. Слава богу, надо проведать Роя. Ну, вроде отогрелись, правильно? Так, а где телефон? Рой, ебать колотить.
Ка, слава богу, я так волновался. Прости, дружище, я всю платформу обошел с тех пор, как мы последний раз виделись. Что происходит, Кас? Что там с ртушкой? Этот уебок попытался без нас улететь, но что тут сказать, ртушка его не послушалась. Черт подери, Кас, кто-нибудь выжил? Ага, я Финли видал, мы с ним генераторы наладили. Броди тоже жив. Знаешь, а теперь ебаный специалист по нефтяным платформам? А, я тебе говорил, хорошо, что ты нам не один ходил, и что те двое живы. Я Конора видел, он тоже превратился, но... Мне показалось, бля, сам не знаю, но... Пусть они в чудес каких-то превратились, это все равно наши ребята. Что происходит, Рой? Кас, все хорошо. Такой уж и я неуклюжий. Все сделаю укол, и все будет в порядке. Тебя забрать? Не-не, я справлюсь. Разбирайся пока с платформой. Придумай, как нам домой вернуться, чтобы дочурок повидал. Лады? Ага, хорошо, хороший ты парень, Кас. Почему-то Сьюзи тебя и полюбила. Потому-то, ага. Сам знаешь, она правда тебя любит. Кас? Ага. Извини, Рой, мне пора. До каюты доберешься? Ага, я уже в пути. Ты тоже иди давай. Я за тебя помолюсь, дружище. Помни, Христос тебя любит, Кас. Остальные думают, что ты мудила. Лады, дружище, увидимся. Фух, так, осмотреть газовую свечу. А нам нужно как бы в ту сторону, да? Так, нам сюда и нам. И ни хрена, оно там уже разрослось. Черт подери, подери, ну и ну. Разрастается, что ли? Ну да. Блин, я с 5 часов утра записываю это пиздец, конечно. Прям убитый я какой-то. Так что извиняюсь, если я там путаю что-то. Твою мать, тут повсюду нефть, одна искра и пиздец. Ох. Поэтому трудновато как-то. Разберись. Хоть в лепешку разбейся, мне плевать. Сьюзи, Господи Иисусе, что за хуйня со мной творится? Так, Сэн, нам куда нужно? Ага, нам наверх, а что же, нифига себе. Ну да, походу сюда. Что там орёт, блядь? Ну, блядь, орёт. Кас! Кас, сюда! Броди? Броди, ебать копать, ты как там? Получше, чем ты, судя по всему. Остальных видел? Живых-то? Видал Роя, но у него дела плохи, инсулин нужен. А где Финли, я понятия не имею. Я с ней пару минут назад говорил. Говоришь, не может мимо Роника пробраться, ну или мимо того, что Реник превратился. Кажется, остальные либо мертвы, либо что хуже. Не знаешь, там на твоей стороне понтона, но на мои нефтяные резервуары прорвало. Думаю, еще и утечка газа, в общем, час от часу не легче. Давай решать проблемы по мере их поступления, лады? Сейчас нужно разобраться со свечой. Этот звук. Так, ладно, свеча. Сдается мне, газовый факел не должен так выглядеть, а? Не, основной газопровод прорвало. Полыхает, будь здоров. Если ситуация ухудшится, огонь перекинется на мачтовый экран.
Рванет, будь здоров, ясно, нам пизда опять. Надо просто переключить факел на запасной газопровод. Если доберешься до корпуса обработки, я смогу. Чего? Ты видел, что там творится? Так, тут-то получше будет, знаешь ли. Давай поменяемся, а? Без управления не справится, касса. Я так-то рад душой, конечно. Ладно, ладно, что делать-то надо? Найди там газораспределительный клапан и переключи с основного газопровода на запасной. Это на среднем этаже на стороне факела. А я отсюда разожгу свечу, ага. Если я вдруг не справлюсь, вот, держи. Господи, если будет нужна помощь, я на связи. Удачи, Каз. Отлично. О май гад, мне самая тяжелая работа в мире достается. Ох, эти электрики, блин. Броди, я откопала приемник. Сигнала нет, нихуя. Ты знаешь, что нужно делать? Эту хуйню нам разгребать. Угу. Самый лучший отчет, который я видел. Подожди, нам. Ага. Нам просто туда не пройти, хорошо. Корпус обработки. Так, а как туда добраться? Как туда добраться? Алло, как туда добраться? Ладно, давай сюда, наверное. Или нет? Ага. Так, вот сюда. И что ты там орешь, собака, блин? Кто здесь? Господи, блядь. Он там снизу вроде был, да? Так, нормально, я успел. Я успел. Так, вот здесь нужно нажать. Не, подожди, это спуститься. А ну нам туда только дорога, все. А Дейра там орёт, блин, вовсю. Так, окей. Понятно. Что это? Ух, сука! Отъебись от меня. Маклири, а ну покажись, иди сюда, трус. Может, ты пойдешь на четыре стороны? Иди, нам, походу, отсюда пока не выбраться, да? Здесь, Маклири. Он меня здесь ждет. Какой добрый. Я кого-то слышу. Блин, да хватит уже. Вот и беги, трусишка. С катертью дорога, мудила. Опять за старое, Маклири, ничтожество. Ох, сука. А, нам нужно включить и бежать, да?
Так он так и будет по кругу бегать, да? Кто-то же еблан хуем. Я полностью согласен. Он еще тут трубы постоянно гремят, пиздец. Касты в порядке. А зачем его закрывать? Типа, чтоб он этот... Если он подойдет, типа... Кстати, да, мне кажется, нужно так, походу. Или... А, мы же там не пройдем, нам нужно все равно пройти, по идее. Хорошо, я прошел. А, он до нас не доберется здесь. Выходи один на один, паскуда. Касс, вижу, что поток газа переключился. Рад, что ты в порядке. Я разжег, подожди секунду. Ничего не вижу. Конечно, не бывает такое, что уж хуяки фартануло. Не, не работает. Газ обратно на платформу выдувает. Прости, Касс, придется тебе разжечь свечу вручную. Нельзя ее так оставлять. Слишком опасно. Отправляйся к свече и воспользуйся запалом, который я тебе дал. Ты меня слышишь, Касс? Помаши хоть, чтоб я понял, что ты меня слышишь. Понял. Удачи. Блять, это нам нужно отсюда выйти, да? Перенаправить, а что перенаправить-то? Газовый факел сжигает излишки горючих газов, поэтому он должен гореть постоянно. В случае повреждения основного газопровода, поток газа переключится на запасной газопровод при помощи газоотводного клапана. Ну, короче, да, если в случае неполадки, нужно его разжечь. Вручную. А, вот здесь спуститься. Ебаный в рот, серьезно? Заебал за нами бегать. Я пытаюсь всех спасти, ебаный ты ублюдок. Я походу не зацепился, да? Он вроде бежит, а вроде нет. Такое ощущение, будто он вообще не бежит реально. То есть странное такое. Будто он не умеет нормально бегать. Ощущение такое. Пусть попробует тут протиснуться, черт его дери. Теперь надо разжечь ебучий факел. Твою мать. А ну прочь, я не шучу. Хорош. Бля, нам бежать, наверное, нужно отсюда. А куда бежать? В какую сторону? Ну, в эту, наверное.
какую еще? Что ты наделал? Господи. Да, он вроде бежит, а вроде нет. Опять такая ситуация, блин. Давай быстрее, вот-вот обвалится. Ты ж пытаюсь, ну что ж. Кас, ты меня слышишь? Поторопись. Опять мы куда-то падаем, слушай. Оставь меня в покое, Сюзи. Ну прости, дорогой, что на нервы действую. Просто пытаюсь расхлебать кашу, которую ты заварил. Да он сам напросился, этот мудила по тебе еще со школы вздыхал. Всегда меня ненавидел за то, что я приличный парень. Что женился на тебе и что у нас родились чудесные дочки. Хватит пиздеть, Маклири, приличный он парень. Твоя 18-летняя дочь умнее, чем ты, да и шары у нее побольше будут. Ты о детях подумал, жилье на тебя записано, бросать тебя за решетку, а квартиру заберут? А нет, закрой рот, Маклири, сиди на жопе ровно и слушай меня, почему бы просто об этом не поговорить, просто что умнее тебя, вот почему. И я не позволю тебе испоганить детям жизнь, не позволю. Разберись. Хоть в лепешку разбейся, мне плевать, либо ты все сам уладишь, либо я ухожу, понятно? Сьюзи, послушай, мне очень жаль. Каз, хватит, ладно? Просто убирайся с моих глаз. Постарайся хотя бы сегодня никого не искалечить, а? Так, для разнообразия. Класс. Что за абьюзивные отношения такие? Сьюзи, да нет, я не об этом. Зачем ты? Сьюзи? Господи Иисусе. Что я натворил? Мать честная. Не, ну слушай, тоже пилить так нахуй, ну типа хуёвая идея. Это постоянно ебучий случай, это же господи. А ну слушай, так же постоянно вот это рассказывать, я уйду, я то, я сё. Так иди, блядь, кто тебя держит? Не, хотя, наверное, он держит, я хуй знает. Типа такое себе слышать еще при каждом каком-то случае. Так, там не пройти точно. Слышать такое каждый раз, ну тоже как-то. Сьюзи? Что за хуйня со мной творится? Так, он же не... Ага. Так, нормально идем. Идем нормально, спокойно. Пока что. Ебать. Чё так резко-то, блин? Да, еще ниже спуститься можно. Так, окей, записочка. Броди, если ты получил эту записку, увидимся в инженерном корпусе. Я свое дело сделала. Надеюсь, твой план сработает. Это последний шанс. Ну. Господи, Варафс. Вот еще чертовщина. Блять, еще один, походу, да, такой же?
Бля, прикинь, если эта чертовщина до суши доберется. Инженерный корпус, вход. Дальше никак, инженерный корпус заполнен нефтью. Мы справимся, я не собираюсь сдаваться, мы отсюда выберемся. Каза, мы уже потеряли, но мы справимся без него, не делай глупости. В смысле, они меня потеряли, не понял нахуй. Чего, блин? Ёбаный пиздец. Газ сепарейшн. Финли, срань господня. Маклири? Ёбаный в рот, как ты до сих пор здесь еще не сдох? Сам в шоке. Да чем тут вообще, блин, помочь? Надо отсюда выбраться, да побыстрее. Хоть немножко времени выиграем. Подмога прибудет вообще. Связи уже несколько часов нет, так что надеюсь, что прибудет. Финли, хорошо, давай, Газ. Я-то думал, ага. Ходячее чудо у нас. Делать что-то будем? Короче, надо, чтобы платформа всплыла. Я нырну и выпущу натяжные тросы. Надеюсь, мы как-то восстановим равновесие, поднимемся. Вам обоим надо попасть в пункт управления. Это Рой. Я застрял в крыше жилого корпуса. Это Рой. Второй. Не знаю, сколько я без инсулина, меня кто-нибудь... Он на крыше, надо его забрать. Нет, вам с Финли нужен пункт управления. Это задача для двоих. А времени у нас в обрез. Думаешь, у Роя время есть? Не могу я его оставить. Я его домой вернуть обещал. Ой, пусть идет. Ладно, иди, если хочешь. Вот только платформа заполнится газами, нефтью от бура до вышки. Бог знает, куда они уже успели проникнуть. Не советую, знаю, вроде. Ну и иначе никак. Вверх можно попасть только через инженерный корпус. Его затопило, так что придется вплавь. Путь не близкий, так что будь наготове. Раз уж ты под воду полезешь, не паникуй. Ну да, так оно и будет. Хватит. Вы оба знаете, что нужно делать, так что погнали. Правильно, Броди. Спокойно, Маклири, ладно? Я иду за тобой, Рой. Ой, за всеми мы идем. Мы идем за всеми. Только за нами никто не идет. А почему они зеленые какие-то? Это зеленые стали. Я не понимаю, как, блин, типа. А. Подожди, удерживать и shift нажимать. Он так быстрее, по-моему, плывет. Там вроде пробел был. Так, здесь закрыто. Так, ну здесь, да, здесь закрыто. Подожди, а куда дальше? Здесь тоже какая-то хуйня. А, вот сюда типа нужно спуститься. Мы очень медленно плывем прям. Ну там сделать длинный рывок вперед. Так ты назад плывешь, ёбаный. А, ну так он так и будет плыть. Там течение, блять. А, он так и медленно и будет плыть, получается. Там никакой рывок не сделать, что ж... Ну, блин, вроде пробел указывает, но на самом деле там ни хера не пробел. Там shift, по-моему, и то. Здесь такое течение, что прям жестко, в общем. Давай, ну плыви, ну что ты застрял-то?
Ох ты ж, ладно. Ну и куда ты назад плывешь? Блин, с этой хуйней застрял. Пиздец, это нормально вообще? С проводами этим не застрял. Какая-то же запарная тема, блядь. Так. Дальше-то куда? А, дальше, блядь, опять. Ёлы-палы. Мне кажется, нам еще один такой же самый чудик будет большой, которого нужно будет прятаться опять же. Блять, там воды, наверное. Пиздец. Нефть воняет. Видимо, где-то протечка, ну заебись. Да. Да. Опять плавать. Чем мы плаваем вот это все? Блин. Ну а что нам еще стоит? Сколько плавать? Только плавать. Так, еще сюда нужно. В смысле, блядь? Что за хрень? Ой, только не говорите, что нужно назад плыть. Только вперед. Блядь, здесь же ни хрена не видно. Бля, по-моему, я должен был умереть. Я куда-то попал туда, куда не должен, по-моему,
попадать. Короче, хрен знает, здесь где-то застрял. Почему сразу не умереть-то, ё-моё? Реально куда-то откинуло, непонятно куда вообще. Блять, ну какого хуя? Я же нажал, там удерживать нужно было. Ах, ни хрена себе, нас, конечно, под воду кинуло. А, так подожди. Мы там, где нужно. Так там нужно было выплыть просто. Че, блин. Ну ладно. Я сразу не понял задачу. Как же, сука, холодно. Так, опять это греться нужно. Ладно, давайте на этом моменте закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Забавитор. Всем пока-пока.